Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». 3/4 россиян недовольны своей зарплатой. Как сообщает ТАСС со ссылкой на HeadHunter, специалисты рассказали, что 74% опрошенных работников не устраивает уровень зарплаты. Уточняется, что среди фрилансеров эта доля составляет 78%. Согласно данным опроса, среди представителей рабочих профессий доля составила 80%. Также на портале рассказали, что зарплата удовлетворяет каждого третьего менеджера. По информации издания, в 77% случаев инициатором разговора о повышении зарплаты являлись сами соискатели. Стоит отметить, что исследование проходило в конце декабря 2019 года. На этом пока все, а еще больше свежих новостей и информации на сайте mymsk.online. До скорого!